Пожаловать на канал Мыло Опт. Сегодня мы предлагаем вниманию обзор рафинированный баттер Алоэ 25 грамм. Французские косметологи соединили очищенное масло миндальной косточки с темнейшим баттером Ши, добавив к этому экстракт иголочек алоэ. Смесь получилась нежно-зеленоватого цвета, легкая и питательная. Хорошо смешивается с другими маслами и косметическими компонентами. Из-за невысокой температуры плавления очень быстро впитывается под кожу, не оставляя следов. Свойства применения баттера алоэ таковы. Баттер алоэ – один из немногих баттеров, который можно использовать для кожи в чистом виде. Он разрешен в Европе для детской косметики. Так как баттер алоэ легкий по консистенции, его можно эмульгировать в холодных эмульсиях. Легко смешивается и подходит для кремов и гелей. В косметике ручной работы его часто используют для бальзамов для губ от трещин. Он также ускоряет регенерацию клеток и входит в состав мазей от ссадин и порезов. Баттер алоэ в косметике для солнца защитит вашу кожу и сделает загар более ровным. Можно использовать его как дополнительное масло в мыле с нуля, а также в готовой мыльной основе. Только в магазин мыловарения вы можете купить баттер и жидкие масла высокого качества. Компания Мыло Опт всегда выбирает для своих покупателей только проверенных поставщиков. Мы следим за свежестью и качеством товара. Вы можете купить базовые масла на Украине оптом в розницу по самой низкой цене. Вот в таких удобных баночках отправляется наш баттер. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться и ставить лайки.